Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет несколько необычный фильм, потому что он будет касаться чисто сибирских мушек. Для многих будет странно, что я, проживающий в центральной европейской зоне, вдруг решил выложить фильм о грузовых мушках. Дело в том, что в третьей книге я подробно описал, рассказал, как можно в домашних условиях за 3 копейки изготовить для себя, если уж так сильно хочется, грузовую мушку. Почему я их называю чисто сибирскими? Потому что, честно говоря, только в Сибири в большинстве оно применяется. Лет 10 назад я пытался что-либо такое делать по принципу мормышки. В нахлысте не совсем годится, но для поплавочников и даже для спиннингистов это просто клондайк. Если освоить это все дома, то будет достаточно результативная для вас приманка. Вот я вам сейчас покажу. Это вот то, что я уже изготовил. И бегло вам расскажу, потому что в книге я уже все рассказал, показал, описал. В четвертой книге я добавлю еще, что касается этих приманок. Вот у меня получилось вот такого типа. Она достаточно блестит со всех сторон. Немножко великовато, потому что у меня не было подходящего отверстия, чтобы можно было изготовить вот более мельче. Теперь давайте перейдем непосредственно к чешуйкам. Вот у меня получилась такая вот чешуйка. Камера, я думаю, ее передаст. Золотистая и белая. Что я использовал? Были вот такие вот определенные полоски штампованные. Это жесть. В частности, очень хорошо держит себя в воде. Толщину не могу сказать. Сейчас я здесь же при вас брошу штангелем бегло. Значит, где-то приблизительно 0,004 толщина. Даже 0,3. Поэтому вы для себя подбирайте сами, как и что изготавливать. Вот эти чешуйки, это уже отдельная тема для разговора. Напишите, мы порешаем. Как паять и все остальное, я уже тоже в книге это выложил. Так что это делается легко и просто. Вот на иглу крючок. И дальше все паяется, все в домашних условиях. Мы сейчас с вами изготовим ту приманку, которая проверена и работает практически везде. Единственное, только можете для себя брать расцветки совсем другие. Это будет имитировать что-то среднее между ручейником, бокоплавом и нимфой веснянки, паденки. То есть для рыбы больше будем считать фантазийная мушка. Что нам понадобится? Или вот такая оранжевая нитка, как у меня, или же вот такого оттенка оранжевого, вы видите, они разные, или понадобится вам желтого, вот тоже, вот как вы видите, вот такого цвета. Это все нитки акрил, которые можно найти практически в любом магазине или же на рынке, попросить отрезать для своих нужд ровно кусочек. Пленка вот такая-то для тела Body Stretch фирмы Hands. Перо я вот у себя нашел, вот такое оранжевое, хорошее, оно светится в воде. И крючок у меня получается, сейчас я вам покажу, вынужден был взять вот Grab Shrimp фирмы Hayabusa, 8 номер. Достаточно хорошее, в принципе, это можно изготавливать и на 6 номере. Плотва, окунь, все достаточно хорошо реагирует на такого типа приманки. Я ставлю в удобное для себя положение. И давайте теперь приступим. Нить мне понадобится белая, чтобы у меня не проявлялось. Этого груза вполне уже достаточно. Здесь около 1 грамма. Немножечко делаем такую подложку. На всю длину, не на всю. Нитка у меня очень тонкая, поэтому мне нет смысла мотать долго
нудно, поэтому я буду пользоваться клеем. Клей показываю, вот такой все время. Это гелевый клей, достаточно удобный в работе. Можете использовать любую фирму, но желательно, чтобы был гелевый. Почему? Потому что мы всегда имеем возможность подправить, сдвинуть, оторвать, отодрать то, что мы, у нас неправильно немножечко может приклеиться. Теперь мы делаем следующее. Я беру вот щепоточку. Сколько? Давайте, мы не сможем считать, но у меня перо очень тонкое. Я приблизительно, ну, бородок 15-20. Если у вас, вот получается такая щепотка. Если у вас перо более толстое, значит, подберете под себя и делаем небольшой соответствующий хвостик. Прикинули, да, меня вполне устраивает. Аккуратненько по всему цевью подхватываем, возвращаемся обратно. И уже окончательно мы для себя выбираем место, где у нас останется хвостик. Вот меня вполне вот так вот здесь он устраивает. Можно немножко ниже, можно выше. Это как вы захотите для себя изготовить тело. Что нам нужно? Теперь крепим по всей длине, чтобы было более-менее ровное тело. Мою оранжевую нить, которую я отрезал, аж до самого хвостика. Берем пленку. Ширина порядка 5 миллиметров. Если у вас будет несколько уже, это хуже. Возьмите полиэтилен. Тоже его можно потом будет подкрасить, и он достаточно хорошо работает. Как я всегда говорил, вырезаем я вот такой вот это, выступом, вот так, острым ленту эту свою, чтобы можно было подхватить. Как только я ее подхватил, сразу начинаю и слежу за тем, чтобы она у меня не заворачивалась. Все, годится. Теперь для того, чтобы у меня более-менее было жирноватое тело, я возьму немножечко свинца, свинец. Я неоднократно вам показывал, но учитывая то, что вы каждый раз просите и спрашиваете, вот обыкновенный листовой свинец. Он используется для изготовления, вернее, для медицинских целей электрофорез. Поэтому чистота этого свинца очень высокая, это не кабельный свинец. Я отрезал обыкновенными ножницами вот такую полоску, может быть, где-то около 1 миллиметра. Теперь я не буду делать по всей длине подгрузку, а буду делать только лишь вот до моей головки, вот от этой черной части, где мы закрепили пленку. Не страшно, что по нитке, не страшно, можно было до, перед, это уже не принципиально. Поэтому вопрос, что касается технологии изготовления мушек, здесь можно спорить до бесконечности, кому как удобно. Мне, например, вот гораздо удобнее выполнить работу так, потому что свинец у меня уже крепче будет держаться на той подложке, которую я намотал ниткой. У нас настолько будет хорошо огруженная наша мушка, что без опаски мы можем рыбачить на больших глубинах и зимой. Под углом вот так обрезаю свинец и подгибаем, чтобы нитка у нас не рвалась. Теперь мне нужно выровнять все это. Выравниваю я обычно, чтобы не проявилось. Уже беру, это у меня нить 0,015, это где-то 6,0. Любой вспомогательной ниткой, которую не жалко, но желательно, чтобы была белого цвета. Для таких целей у меня имеются несколько другие. Я покупаю специально бобины, которые плохо распускаются, но они достаточно, сейчас я покажу. Вот я часто использую, у меня уже распущенная вот такая нить. Она флуоресцентная, хорошо отражает. Поэтому в данный момент мне здесь не нужно. Я беру сперва вот такими широкими частями,
подправим свинец, если не нравится, ноготками. Теперь, чтобы было удобно работать, опять немножечко и крепче все это было, я опять наношу. Почему подробно? Потому что у меня появился очень хороший друг Александр Уральский. И просил меня, как можно дотошно, подробно рассказывать все вот такие хитрости и тонкости, которые для него не тонкости. Поэтому кому нудно, могут не смотреть. Теперь, как вы видите, я не стараюсь вот сразу, захватил одну какую-то ровную часть и начинаю это выравнивать. Не обязательно она должна быть идеально цилиндрическая. Главное скрыть следы свинца, потому что при намокании у нас обязательно будет намокать наша нить и будет проявляться наше темное тело. Поэтому оттенок очень сильно будет меняться. Это не очень плохо для глубинных, да и просто вообще для рыбалок. Не доходим, как вы видите, я до моего груза чешуйки. Приблизительно вот столько будет достаточно. Уже у меня вышло более-менее коническое тело, симпатичное. Немного занимает времени. Что касается узловяза. Обыкновенный, как я и говорил, кусок проволоки более 1 мм в диаметре. Пружинная сталь, которая с карниза. И ручка. Все это описано у меня в третьей книге. Очень-очень подробно. Вот все. Мы уже с вами изготовили. Еще я нитку не убирал. Почему? Потому что мы должны с вами перепроверить. Достаточно ли здесь всего? Достаточно. Теперь эту нить мы можем или отрезать, или опять сделать завершающий узел. То есть подравнивать нам ничего не нужно. Убрали. Как здесь изготавливается? Изготавливается по принципу того же ручейника, который вязал нам неуважаемый Дэвид Макфайл. И по его разрешению я некоторую технологию при изготовлении взял для себя. Теперь, что мы делаем? Вот у нас осталась пленка. Чтобы более качественно у нас вышла наша нимфа, я вначале разравниваю пленку и делаю там, где вот хвостик, держу в натяжку, и где хвостик, так, чтобы мы никуда не утащили хвостик, ровно один оборот, полный, сделали. Откидываем нашу пленочку, здесь я делаю пару оборотов, опять берем нашу черную пленку. Следим за тем, чтобы она у нас находилась четко по центру. Вот одного оборота я вам покажу. Вполне будет достаточно, чтобы обозначить нашу черную спинку. Опять берем, перевели, посмотрели. Немножечко подтянем, утаскивает нитка. Опять убрали 2 оборота внизу, полных. Перевернули пленку. И выполняем 1 оборот сверху. Опять перевернули. Опять 2 оборота внизу. 1 сверху. Получается вот такое красивое, достаточно вызывающее тело для нашей рыбы. Хороший раздражитель. Теперь я здесь выполню обмотку полностью всей вот ниткой оранжевой. То есть я здесь и оставлю грудку такую же. Следим за тем, чтобы не было нагромождения материалов. Поэтому я миллиметр всегда и не дохожу
до самой головки. Так значительно легче будет сделать обмотку пером, чем угодно. Подхватили нить, как вы видите, никаких проблем нет. Все мы делаем сразу и по месту. Теперь, что касается опушки, здесь можно изготавливать, как обычно сибиряки делают, берут и слева-справа прикладывают. Я же здесь делаю совсем по-другому. То есть, то же самое, ну, немножечко на мой манер будет. Я отрезаю кусочек вот ости, которая мне не нужна. Возвращаюсь 2 мм, 3 до головки. Вот, как вы видите, сколько вот места заняло. 2-3 мм точно. Хорошо закрепили. Теперь дальше нитка должна быть у меня оранжевая. Так как и тело, все остальное у меня оранжевое. Я эту нить убираю. Если у вас нет, можете использовать и белую, черную, но нежелательно, чтобы здесь было жабо. По сибирским мушкам, я честно скажу, я не очень люблю, когда вот здесь у нас появляется шея, которая потом выглядит не очень хорошо. Нитка почти в тон, флюоресцирующая. Теперь смотрите, что нам нужно. Нам нужно выполнить вот здесь буквально 2 оборота у самой головки. Как мы начнем мотать это влево-вправо или вперед-назад, большого значения не имеет. Так как у меня перо я уже откусил, вернее оторвал оттуда часть бородок, то есть мне достаточно будет вот выполнить 2 полных оборота. Вы смотрите по своему перу, потому что очень важно, чтобы не было много. И мало тоже плохо. То есть вот нитка слабая оборвалась. Сейчас мы немножечко ее заправим. Кстати, это делается, опять же, я для своего друга рассказываю. Вставили нитка вдеватель. Очень просто. Я не пользуюсь всеми этими подсасываниями воздуха, потому что вся эта гадость, которая у нас и в комнате, и в самом бобинодержателе, потом оказывается в легких. Сделали. Остатки нитки удаляем. Обычно для того, чтобы у меня было уже более качественно, я повторю, а для кого, может, и в первый раз. Я беру клей буквально небольшую капельку клея наношу, отвожу от пера, чтобы не подхватило мои бородки. И, как вы видите, мелкими-мелкими такими капельками получается мой клей. Увожу все перо, чтобы оно у меня не попало. И здесь выполняю необходимое количество оборотов. Сколько, сложно сказать, поэтому вы по своей нитке можете определить сами, сколько вам нужно. Все, перо у меня закреплено. Я беру, отрезаю сразу, потому что мне оно потом будет мешать. Отрезали ножницами, скальпелем, чем удобно. Теперь верхнюю часть перьев я разглаживаю и увожу как бы назад. Вот так, раз, наклоняю вперед, и в натяжку я уже буду крепить. Следим за тем, чтобы наша пленка никак не смогла повернуть влево, вправо или... Вот посмотрите, видите, как получается? Ровненько, красиво. Здесь обязательно. Опять я беру, так как клей у меня еще остался, опять наношу клей. Важные моменты, поэтому желательно закрепить уже так, чтобы наверняка здесь все у меня держалось. Тем более нитка очень тонкая, 0,05, поэтому здесь обороты не страшно.
переламываю пленку и буквально вот сколько у нас здесь получится, 3-4, не больше оборотов, так как перо и все у нас, отрезаем в натяжку. Опять наношу клей. Слежу, чтобы не затянуло перо. И уже хорошо здесь проматываю. Все, делаем завершающий узел. Пока клей наш сохнет. Как вы видите, большого количества нитки у меня здесь не образовалось. Теперь смотрите. Обычно я делаю следующее. Вот я беру вот так все это перо и начинаю с большой силой разводить влево-вправо. И после всех моих вот таких манипуляций перо как раз хорошо расходится. То перо, которое вот не поддалось моему, выравниваю, я беру, оно немножко лишнее, и подрезаю. Убираем. И у нас получается так, как вот мы изготавливаем нимфу, у нас получается вот эта имитация лапок. Все. Вот вышла такая в меру яркая, насыщенная нимфа. Еще одно но. Так как я говорил, не люблю шею, чтобы была оранжевая, я беру черный фломастер и начинаю вот здесь закрашивать вот то, где у нас мы проматывали оранжевой ниткой. Теперь спокойненько могу взять любой лак, не имеет значения, черный, прозрачный, и место нитки, чтобы у меня было достаточно блестящим, делаем вот так. Все. Подсохнет наш лак. И наша вот такая достаточно уловистая, пусть немножко для нашего региона несуразная, но хорошая уже нимфа готова. Сейчас мы ее с вами вытащим. Вот. Вот она приблизительно выглядит вот так. Вот и все, друзья. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Пишите, задавайте вопросы. До свидания. Насчет третьей книжки. В ближайшие 2 недели я заберу с типографии. А 4-я книжка уже почти готова, так что тоже принимаю заявки. Благодарю за внимание. До скорых встреч.